Сегодня мы будем рисовать с моими скетчерскими маркерами. Ну, я немножечко расскажу о себе. Наверное, никто не знает мой канал, и кто-то меня даже не не знает. Ну, как бы, кто-то даже не видел меня никогда. У меня есть свой аккаунт в лайке. Начнем с этого. У меня есть свой аккаунт в лайке, который называется просто Вор. Ник там у меня Эльза с короткими волосами, типа, и на ней еще вокруг ее есть смайлики. Не будем об этом, сейчас я хочу рассказать о себе. Я просто девочка, которой 6 лет, и я просто увлекаюсь рисованием. Меня никто не водил, я красиво рисую. И это видео можете просто пролистнуть или не смотреть. Мне не важно, я первоначальный блогер, и я сейчас болею, мне очень тяжело снимать видео, причем еще, ну, понимаете, мне снимать видео очень тяжело будет. Я не умею монтировать, я прошла в YouTube только со вчерашнего дня, и мне будет очень приятно, если вы поставите лайк и подпишитесь на мой аккаунт. Но больше всего мы на моем аккаунте будем рисовать всякие рисуночки. Но кто не любит рисовать или не умеет, не бойтесь, я вас научу, как бы. Я же сильная девочка, которую зовут Аврора. Я родилась в... Не буду говорить об этом, потому что это тайна, просто... Не знаю, что сказать, просто, знаете, есть люди, которые не умеют ничего, даже рисовать. И самое легкое дело – это рисовать. Рисовать всякие художественные жесты. Я сегодня рисую коктейльчик без какой-либо помощи. Сейчас я вам покажу зарисовку. Это все обведется черным скетчерским маркером. И еще мы будем скоро трейдиться. Скоро на моем канале выйдет видео, где мы будем трейдиться на мини-поле. Так что не пропустите моего выпуска. Он выйдет сегодня, когда я публикую вот это видео. Ну, не будем об этом. Кстати, не забудьте посмотреть те прошлые видео, которые я выслала уже вчера. Не забывайте, иначе я обижусь. Мне будет очень неприятно, если вы не посмотрите те видео и не лайкните их. Вы не понимаете, как тяжело набирать лайки и подписки. Вы не понимаете. У меня в лайке нет даже 1 миллиона подписчиков. Потому что у меня больше лайков в лайке. Чуть смешно, но там очень тяжело набирать лайки, подписки, репосты, суперлайки, кто знает, что такое. И все это не обвести в одну точку. Я не знаю, как это сказать, рисовать и все такое. Но большую часть своей жизни я трачу на телефон. Большую часть на занятия. Большую часть на рисование. Но сейчас не об этом. Мы сейчас рисуем коктейльчик. Смотрите, я вам сейчас покажу свою зарисовочку. Вот такая у меня зарисовочка. Здесь еще трубочка. Здесь есть зефирка. Это праздничный человечек. Ну, если я не успею сегодня дорисовать, в следующем видео мы с вами дорисуем. Не бойтесь. Я скажу вам совет по творчеству. Хоть я не умею рисовать красиво, как художник идеальный просто. Я не умею так. Не судите меня сильно. Пожалуйста, вот прошу. А пока я буду обрисовывать, я все вам расскажу. Не бойтесь себе, когда вы рисуете. Не бойтесь себе создавать что-то новое и позитивное. Снимайте много роликов на свои аккаунты в лайке, в ТикТоке. Знаю, кто-то скажет, лайк это говно, но я не буду так говорить. Просто
Вот кто-то скажет то, что я ненавижу лайк. Лайк это просто фу, какая-то гадость, как ты там снимаешься. Но я понимаю вас. И я скажу вам так. Не бойтесь себя. Не бойтесь. Будете бояться, ничего не получится. Вот поймите меня, просто поймите. Я вас сейчас не обвиняю, то, что вы там типа некрасиво рисуете. Я вас иду к вашей жизни. Я хочу стать художником. Вот. И, кстати, смотрите мои видео в лайки. Кто есть в лайке, пишите мне в комментах. Внизу. Подписочка внизу. Лайк тоже вон там внизу. Поняли? Ну, не будем об этом. Знаете, рисовать тяжело, может быть, тем, кто никогда не рисовал. Но тем, кто рисует где-то каждый день, каждый час, каждую секунду, например, тем будет легко. И к этим итогам мы уже закончили мой рисунок. Осталось его только раскрасить. Сейчас я его раскрашу. Берем скетчерские маркеры и берем. Сейчас мы сделаем очень... Это типа новогодний будет коктейль. На вот это, что здесь выглядывает, это трубочка. Я вам потом покажу. Ну, короче, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ждите второй части, когда выйдет, когда эта часть закончится. Вот это да! Идеально просто, шик какой-то. Нам нужна вот эта штука. Вот так сделать. Я тут немножечко недообвела. Вещички некоторые. Ну, короче, ребята, скажу вам так. Не бойтесь, верьте в себе. Но в следующей части мы будем это что-нибудь еще такое делать. Телетрейдиться. Не знаете, с кем еще? Вы мне должны знать. Я утратый парад. Короче, вы можете просто меня не слушать. Поймите, верьте в себя. И свою душу. Но никогда не бойтесь. Страх это не круто. Маркер непослушный попался. Но поймите, скоро я вам покажу свою комнату. У меня на канале очень много видео их за один день. Все, мне кажется, не первые. Смотреть. Кстати, там еще есть Настенька Кош. Настя Кош, если ты сейчас видишь мое видео вот это. Да блин. Что ж такое? Блин. Что мне вечно все мешает? Да, круто. Я же человек-мастер. Просто идеально какой-то. Если расскажешь у пенчного человечка сейчас, я вам не могу, мне кажется, показать. Но что значит но? Сейчас, блин, покажем моего пенчного человечка. Вам видно? Вот так вот, а у меня скетчерский маркер. Вот их набор. Ну, короче, вот, видите? Я сейчас свое лицо не буду показывать. Не буду свое частое лицо показывать. Прям не буду. Никогда в жизни как бы не буду показывать свое лицо. Никогда. Просто идеальный человек анонимус. Угу. Кстати, сейчас я сбегу. Сейчас я докрашу и сбегу. Покажу свою маску анонимика. Да шучу, блин. Не буду я никуда бегать. Мне лень, Витя, а лень. Правильно. Я сама придумала. Оцените от 1 до 10. Это обязательно. И ты, маленький. И ты, девочка, поставь лайк. А если ты мальчик, подпишись. Вот так.
лучше. Я, кстати, снимаю детские ролики на своем канале. Я ведь ребенок, блин. Ребенок настоящий. А? С отчеством. Ребенок. Знаете, следующая серия не будет про рисование. Я придумала про что-нибудь. Я буду снимать свой сериальчик. Да, я буду снимать свой сериальчик. Не скажу, про что сериальчик. Не буду, это будет для вас сюрприз. Не понравится, понравится, не знаю. Я еще ваши впечатления какие будут. Ну, короче, я буду вам... Сниму вам видео. Сериальчик я вам сниму такой большой. И очень крутой. У меня будет сериальчик. Ну, для детей, как бы, логично, логично, логично. Так что, взрослые, разрешайте с вами детям меня смотреть. Ничего плохого не скажу. Реально, мы здесь рисуемся. Может быть, расскажем секреты Ютуба. Ютуб, пожалуйста. Не блокируй мои комменты, я хочу со своими подписчиками разговаривать. Вот так вот. Да. Но, ребятки, знаете, тайну про... Короче, я вам расскажу сейчас историю. И, короче, стих. Маленький мальчик бежал ходить. Лапкин ножки нажал на рубильник. Дотянулся до колбасы. Я не помню, что там было. Паша, познаватель, пожалуйста, заметь меня, Паже. Я обожаю твои видео. Это я лайкаю твои видео. Я подписана на тебя, как бы. Ты король. Ты король, познаватель. Познаватель. Кто знает, кто такой познаватель? Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на меня. Боже, познаватель, пожалуйста, напиши мне комментарий. И подписку не забудь. Прошу тебя, идеальный. Ты идеальный человек. У меня только к тебе вопрос такой маленький. Когда ты покажешь нам свое лицо? Еще одному блогеру передаю привет. Влада 4. Кто знает, кто это такой, кажется, меня понял. Влада 4, прошу тебя, подпишись на меня. Я твоя подписчица. Ну, реально, я твоя подписчица. Я, кстати, тебе ищу коммент. Не забуду написать. Потому что ты самый лучший человек. А ты зайди на мой канал. Да, ты зайди на мой канал и сделай красную кнопочку серой. Иначе я обидусь. Пожалуйста. Я не смогу снимать. Если я обижусь, я не смогу долгое время снимать, потому что я буду обижена. Очень даже обижен. Ну, на этом все. Я раскрасила. Хочу вам показать свой шедевр. Это пряничный человечек. Сейчас скажу. Это пряничный человечек. Это коктейльчик, стаканчик. Это его внутренность, пенка. Это такая зефирка. Это трубочка. Как вам понравилось? Ставьте лайк, подписывайтесь, если вам понравилось это видео.